Финал вузовского этапа проекта «Студент года 2018» больше напоминал конкурс красоты и грации. Все 5 претенденток на титул – девушки, отличницы учебы, активные участницы общественной жизни. Несмотря на все сложности студенчества, они упорно идут к своей главной цели – получить достойное высшее образование и состояться в профессии. Я планирую быть педагогом, потому что я это выбрала и хочу дальше этим заниматься. Мне нравится, я люблю детей, и поэтому я хочу дать им все, что знаю я. Наверное, студент года, в моем представлении, это уже человек, который немного чего-то добился, и ему есть о чем сказать и показать людям. Будущие преподаватели физкультуры, математики, иностранных языков, химии и биологии пытались доказать жюри, что именно они максимально соответствуют образу современного студента. Свои таланты подрастающая педагогическая элита региона представила в нескольких конкурсах, тщательно продуманных организаторами. Этот год был объявлен годом Малой Родины, поэтому в данном конкурсе одно конкурсное испытание так и называется «Моя малая родина», где каждый участник может показать свое отношение к тому уголку, где родился, где учился и провел свои лучшие годы. Я являюсь патриотом своей страны, я очень люблю свой город, и именно этот конкурс мне очень близок. Я живу в городе Мозыре, я мозырянка, я выросла здесь, поэтому я очень люблю этот город. За Мозырские яры, за Замковую гору, за Парк Победы, за положительные эмоции, которые дарит этот город. Он ведь стоит на холмах, за Припять реку. Уверенную победу в вузовском этапе конкурса «Студент года 2018» одержала студентка физико-инженерного факультета Анна Полын. Она представит Мозырщину во время областного финала. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Олег Фицнер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».